Добрый день, меня зовут Александр. Я представляю инвалидов-колясочников Узбекистана, вместе с которыми мы придумали и создали вот эту продукцию. Это брелок для ключей, ремешок для сотового телефона, брелок для флешки. Это многофункциональная вещь, которая была сплетена вручную руками инвалидов-колясочников, которые старались и делали эту продукцию по заказу одной из московских сотовых компаний, которая в прошлом году была согласна взять всю нашу продукцию в количестве 11 тысяч ремешков. На данный момент эта компания отказалась. Мы здесь находимся с 1 января этого года. Сегодня 10 марта. За это время мы ничего не смогли сделать. Мы только находимся, можно сказать, на издевении у наших знакомых из Русского музея на Можайке. Здесь нам помогает только тем самым, что мы здесь просто-напросто спим, едим и ждем. Ждем, когда нам кто-то поможет. Эти ремешки мы должны были продать еще в начале года для компании, сотовой компании, по 100 рублей. Сейчас, на данный момент, они не имеют никакой ценности, потому что они у нас. И мы никому не можем обратиться, никому не можем ничего предложить. Кто может, помогите, пожалуйста. Ведь люди вкладывали свою душу и делали эту продукцию для того, чтобы впоследствии кто-нибудь им помог, все это в благотворительных целях было создано. А сейчас инвалиды нас ждут, а мы им не можем ничего даже сказать. Связаться со мной можно просто по сотовому телефону в Москве 8-925-148-35-19. Мы старались для того, чтобы помочь инвалидам, для того, чтобы облегчить их жизнь. А сейчас, на данный момент, мы сами попали в трудную ситуацию, находясь с продукцией здесь, в Москве. И никто не может помочь. Если вы нас увидите, значит, вы хотя бы о нас будете знать. А если вы нам хотя бы чем-нибудь поможете, мы будем очень рады. И инвалиды, колясочники будут вам благодарны. Большое спасибо. Вот, вот и подержи. Вот.